Можете коротко в двух словах сказать? У нас ситуации в городе. У нас сегодня 43 избирательных участка в городе Камышино. Мы сегодня выделили помещение для встреч избирателей с кандидатами в областную думу и выборы в губернатора Волгоградской областной, губернатора Волгоградской области. Вот. Сегодня идет подготовка к выборам. Избирательные участки у нас готовы. Сегодня комиссия работает, проверяет пожарную, противопожарную охрану. Сегодня антитеррористическая комиссия работает. Идет плановая подготовка. Все, что могу вам сказать в отношении подготовки к выборам. Все идет по плану. Светлана Васильевич, а вот вы еще говорите, что вы уволите любого директора школы, который предоставит вам не те результаты, которые нужны. Я, понимаете, как вот я глава администрации, занимаюсь хозяйственными делами в основном. Вот. Это мои прямые обязанности. И согласно 131 закона у меня есть определенные полномочия. Поэтому все, что касается нас, муниципальных служб, мы должны оказывать содействие в проведении выборов. Все остальные комментарии я не буду комментировать, понимаете. Я муниципальный служащий, и в рабочее время я не имею права говорить о кандидатах, о выборах. Я не имею права агитировать.